Всем доброго дня. Очередное видео «Ответы на вопросы». Вопрос такой. Вот хочу заняться беспокраской, но не знаю, получится, не получится. А покупать дорогостоящее оборудование, заказывать желания нету и так далее и тому подобное. И в связи с этим вопрос, вот что делать? Вы объясняете, что нужен хороший правильный свет, хорошая лампа, а как бы не сделать, не купить, вариантов нету. Что делать? Вот я, например, вот такими лампочками пользуюсь, там большой днепродент, это маленький. Вот мы ставим свет наш и смотрим, включаем там, допустим, так. Ну, вопрос сейчас не об этом. Вот, допустим, что-то ремонтируем, да? Ну, как быть? Ну, кому уже совсем не в мочь и не втерпешь, хочется попробовать, можно взять обыкновенную какую-то железяку. Ну, типа вот, где-то с мусорки найти там капот или дверь и попробовать ее поковырять. Ну, сейчас покажу. К примеру, вот у нас вмятинка, вот она, и мы ее смотрим, ставим свет так, зажигаем там одну-две, допустим, смотрим в одной полосе, смотрим в другой полосе. Вот это хорошо, когда вот, как говорится, есть. А если нету, что делать? Вот она, наша вмятина, ее видим, линии преломляются. Вот. Есть сейчас вариантов много. Можно скачать несколько программ там из интернета и самому что-то добавить. Ну, давайте по порядку. Допустим, у вас есть планшет. На нее можно поставить программку. Вот он у нас есть планшетик. Программка называется Dent Finder. Открываем. Ну, человек поможет сейчас. Вот мне человек помогает, помощничек мой. Берем. Вот обломанный крючок, обрезанный был когда-то. Смотрим сюда, что мы видим. Все прекрасно видно. Вот я сейчас изнутри веду рукой, и уже мы видим, как морщинится. Допустим, вставляем крючочек и начинаем давить, и мы уже видим, где у нас что происходит. Ну, речь не об этом. Значит, вот эта программа, она что умеет у нас? Сейчас мы поснимаем, вам покажем. У нее тут куча настроек. Значит, можно выбрать там ориентацию, горизонтальную, вертикальную. Потом полоски, квадратики, кубики, цвет и так далее. Вот, ну, я не, да, шаг. Вот, опять же, цвета, зеленый, желтый там и прочее. Ну, кому интересно, поиграетесь, скачаете эту программу. Вот. Вот, допустим, можно так даже поставить, ну, к примеру, вот, в кристаллической решетке, в такой. Сейчас другой вариант. Вот уже у нас тельняшка обыкновенная, черно-белая. И, как мы видим, все видно просто идеально. Вот чем тебе не лампа? Опять же, сюда... Вот еще один вариант. Как мы видим, тут есть линии жирные, есть линии тонкие. То же самое. Уже как бы можно начать. И опять же повторюсь, все эти вещи у вас есть. Либо у вас, либо у ваших родных, близких. То есть можно уже взять поиграться. Вот опять же настройки. Тут совсем мельчайшая сеточка. Ее практически не видно, надо вот это вот 8 раз увеличение. Прекрасно, все видно, все понятно.
Ну, условно, вот он мой палец. Линии расходятся. Когда мы изнутри давим, линии сходятся. То есть все ясно, все понятно. Ну, можно не только этим. Можно элементарно там взять, откуда-то снять. Ну, я выкладки сделаю свои. Можно в графическом редакторе сделать элементарно. Там не нравится вам желтый цвет, поставьте там синий, белый, красный, серо-буро-малиновый, любой. Вот. И уже мы видим, вот допустим, все дефекты, все нюансы видны. То есть мы видим, где что у нас не так. Вот допустим, поверхность ровная. А здесь вот поверхность поврежденная. Вот уже есть вариант. То же самое, все это можно поставить и на телефоне, и на чем угодно. Так что дерзайте вперед и с песней. Кому хочется, вот таким образом можно уже как бы начать. Не покупая, потому что, еще раз повторюсь, либо телефон, либо планшет у вас уже, я думаю, что есть. Ссылочки я постараюсь выложить. Вот еще одна. Вот у нас обычный телефон. Есть вот такая программа. Car Mechanic называется. Скачали. Устанавливаем. Ну, сейчас поставится. Посмотрите. Вот продолжим. Вот так она устанавливается. ПДР лампочка наша. Меняется яркость. Что-то тут еще меняется. Ну вот, берем, допустим, ее. То же самое. Вот оно, наше повреждение. Уже что-то можно делать. Еще раз повторюсь, можно там то, что читает ваш телефон даже, вот, элементарно насовать сюда картинок, каких вам надо. Цветов, оттенков, фигур и прочего. И в нем уже можно попробовать посмотреть дефекты. То же самое. Ну, это опять же для тех, кто не хочет тратиться, кто хочет попробовать. Это нормальное как бы решение, нормальный момент жизни. Почему? Допустим, человек взял, попробовал, но не его это. А деньги потратил, и потом проблема. Вот есть такое современное решение. Еще раз повторю, ссылочки я выложу внизу. Заходите в Google Play Market. И, возможно, на сегодня уже там не только эти две программы, может что-то еще и больше есть. Ну, в принципе, достаточно, я считаю, даже одной вот такой программки, вот, чтобы уже попробовать. Вот еще раз повторяюсь. Вот мы видим, да? Все прекрасно видно. Уже можно попробовать свои силы. Не понравилось? Удалили программу, и на этом все закончилось. Ну, вот такой ответ на вопрос. Сайт Элимодент. Вот, куча тут всяких. Вот, 4 страницы их. Опять же, допустим, вот, выбираем, открываем. Сохранить картинку как? На рабочий стол. Сохранили. Вот она. Взяли, допустим, перевернули, увеличили, уменьшили. Вот тут еще одну я сохранил.